Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Galaxy Watch. И если еще не подписаны, то обязательно подписывайся, потому что это канал только о смарт-часах Galaxy Watch. Ну а сегодня поговорим о такой проблеме, что после обновления ваших часиков, допустим, вот этих или каких-то либо других, в данном случае очень часто мне пишут сейчас о Galaxy Watch, которые обновились на Tizen 5, они не могут подключить данные часы к своему смартфону. Что в этом случае делать? Тоже может самое произойти после сброса ваших часов, и вы не можете их подключить к своим смартфонам. В чем причина, значит? Причина, значит, в следующем. Вам нужно полностью удалить все данные о ваших часиках на вашем смартфоне. Первый — это Galaxy Wearable. Берете это приложение, заходите о приложении. Здесь нам нужно найти обязательно память. И в памяти сделать очистить кэш и очистить данные. Обязательно. Как это сделать, если у вас не Samsung? Тогда вы заходите в настройки. В настройках ищите вы приложение. В приложении ищите уже это приложение. Если мы будем набирать вот так Wearable. Все, пожалуйста, его открыли. И здесь память и очистить данные. Когда вы это сделали, попробуйте установить соединение. Если не получается, тогда также идете в Bluetooth, чтобы он у вас был включен. Здесь находите графу о подключении ваших часов к вашему смартфону. Вот так выглядит устройство, которое не подключено. Которое подключено, выглядит вот так вот, с такой вот шестереночкой. Нажимаете на эту шестереночку и дальше нажимаете «Разорвать соединение». Когда вы это сделали, перезагрузите смартфончик, желательно перезагрузить также ваши часики, и уже после этого пробуйте заново подключаться по новой. Запускаете Galaxy Wearable после перезагрузочки, ну и, как говорится, погнали потихонечку соединяться. Вам же, дорогие друзья, я напоминаю, что вы были на канале Galaxy Watch. Подписывайтесь на канал, делитесь видео со своими друзьями в социальных сетях. Обязательно нажмите на колокольчик, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. Всего доброго и до новых встреч!